В этом году зима балует славянцев снегом. Однако, если дети таким подарком радуются, то автомобилисты не очень. Утро пятницы ознаменовалось автомобильными пробками на дорогах и многочисленными авариями. Снегопад начался в ночь с 14 на 15 января. С 4 часов утра специализированные службы приступили к уборке дорог от снега. На городских улицах работали 4 комбинированных дорожных машины, 5 тракторов, 2 грейдера, 5 экскаваторов и погрузчик. Также к уборке снега были привлечены 5 бригад общественно-социального центра Южного и Северного округов. Рабочие чистили остановочные павильоны и тротуары, подходы к социально значимым объектам. Прогнозы синоптиков неутешительны. Снегопады продолжатся до середины следующей недели. Ожидается понижение температуры до минус 8 градусов. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, использовать зимнюю резину. Огромная просьба к водителям, выезжающим в такую погоду, когда происходит ухудшение, наледь, скользкость, снежные заносы, оборудовать автомобили зимней резиной. Либо постараться воздержаться от выездов, для того, чтобы максимально снизить риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Первый серьезный снегопад показал, что славянские автомобилисты к непогоде оказались не готовы. Только за утро пятницы произошло 4 ДТП. Надвигающиеся морозы усугубят ситуацию. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны сейчас на дорогах. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, Георгий Калинин. Программа «События».